Впервые в Ульяновске провели операцию комбинированным эндоскопическим доступом при миоме матки. То есть через маленькие разрезы с помощью гистероскопии и лапароскопии пациентки удалили множественные узлы крупных размеров. После успешной операции у женщины появился шанс стать мамой. Орган удалось сохранить. Уникальность этой операции состоит в том, что многоэтапную процедуру удалось сделать за один раз. Операцию провели достаточно успешно. В течение 2 часов были удалены крупные узлы из полости матки и из брюшной полости. На данный момент мы дали шанс женщине сохранить свой репродуктивный потенциал. Первопроходцем оказалась жительница Ульяновска Наталья Мордвинова. После периода восстановления женщина планирует исполнить свою мечту. Сейчас операцию сделали, там назначено определенное лечение, 6 месяцев, благодаря которому промежуток пройдет, там будет все нормально, планируем забеременеть. Да, все хорошо будет. Вскоре специалист областного центра специализированных видов медицинской помощи получит современную технику для эндоскопии. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.